Всем привет! Рады сообщить вам приятную новость. Уже совсем скоро выходит на экраны новый турецкий фильм «Тактика любви». Димет Аздемир и Шükrü Yıldız летом приступают к съемкам фильма в жанре романтической комедии. «Тактика любви» — это турецкий фильм, выполненный по заказу международного цифрового портала Netflix. Судя по названию и зная амплуа актеров, нас ждет комедия с романтическим уклоном. В центре внимания пара влюбленных. Они любят друг друга, но из-за разных желаний в будущем собираются расстаться. Но не все потеряно. Он будет снят для крупного международного медиапортала Netflix. Подробности сюжета пока не раскрыты. Съемки начались в июне 2021 года. Ожидается, что премьера состоится в конце 2021 года. Что ж, на этом все. Напишите, пожалуйста, в комментариях, заинтересовал ли вас этот сериал. Нам это очень важно. Что ж, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал и подключайте уведомления, чтобы первым получать новинки. Всем удачи и до скорой встречи с новым видео!